заключенный с ними контракт или как вот все? Да, контракт заключен, начинаем только работать. Это вот мы первые бои наши совместные. Очень большие надежды возлагаем. Я еще давно говорил на прошлой конференции, на позапрошлой, что, конечно, для нас особой такой приятной целью является взять молодого спортсмена и сделать из него чемпиона, а не доводить вот уже людей как бы продвинутых. Понятно, что Саша Поветкин, он был сильно известный боксер, когда мы начали работать вместе, и Денис Лебедев, и Григорий Гроз. Сейчас для нас очень важно еще и подтаскивать молодых боксеров, делать их мощными профессиональными боксерами, делать их чемпионами. Это для нас такая вот идея фикс. Собственно, вот начали ее потихонечку выполнять. Посмотрите, там в этом вечере будет реально очень интересный андеркард. Я прям очень рекомендую прийти посмотреть все бои, если есть время, потому что все бои будут очень интересны.